ежегодной 10-й монопородной выставки питбулей «Золотой кубок». Желаю вам отличного просмотра и классного настроения. Розетки. Посмотрите, какая красотища. Конечно же, медальки. И призы за конкурсы. Лучшая кондиция, лучшая голова и лучшие движения. Много кубков. И, конечно, лучшая собака шоу получит вот эту шикарную золотую голову. Давайте посмотрим, что находится в пакете. Может быть, мне это нужно? Здесь очень милые ухваточки, наверное, для щеночков. Такие меховушки. А здесь у нас ничего нет. Кому-то достанется пустой пакет. А в этом пакете у нас много других пакетов с разными вкусняшками. Призовой фонд очень огромный. Здесь у нас шампуни, различные масла для собак, витамины, масло лосося. Кстати, вот это масло сказали для людей, но здесь нарисована лапа. Ввели меня в заблуждение. Тарелочка с очень красивой гравировкой. Мне подсказывают, что это минажница. Переворачиваем, и здесь можно наложить какие-нибудь орешки. Положить. Я нашла бокс подарочный, и внутри него канатик, которым можно играть с собачкой. Еще нам привезли воду с селеном. Это очень полезная вода и для спортсменов, и для неспортсменов. Ее нужно давать собачкам, чтобы они были здоровые и счастливы. Кому-то достанется огромная лежанка. Очень удобные игрушки, ухватки, поводки прорезиненные. Вот такая большая ухватка с поводком. Вот там я вижу еще лежак, еще корм. Все это подарки для наших победителей. Синенькие, красненькие, беленькие розетки, коллаген, игрушки, лакомства. Очень много разных прикольных игрушек. Даже есть какая-то сумочка с питбулем. Подарочные сертификаты, удавки, мочалки и много-много всего. Корма, конечно же. Так что, если вы думаете над участием в следующем году, то записывайтесь, ведь вы можете выиграть что-то очень прикольное.
покажу и расскажу, что здесь еще есть. Происходит регистрация собак, и сегодня записано 137 собак. 137 собак соревнуются за главную победу. На территории выставки находятся разные магазинчики, где можно приобрести игрушки, ошейники, поводки, ринговки. Вот здесь очень большой выбор хороших качественных ухваток, которые прослужат долго-долго вашему питомцу, даже если у вас крокодил. Правильно говорю? Очень клевые вот эти из микрофибры для щеночков. Это вообще супер. Летом незаменимой вещью будет спасательный жилет для собак. Это в первую очередь безопасность вашего питомца. Вот здесь можно померить и приобрести жилет, который подходит вам по размеру. Тут тоже огромный ассортимент разных ошейников, поводочков. И всевозможные амуниции, и огромная корзина с игрушками. Ваша собачка может сама прийти и выбрать себе какую-то игрушку, которая ей больше понравится. Охлаждающие попоны. Тоже незаменимая вещь в такую жару. Сегодня у нас плюс 28 градусов, по-моему. Вот такую охлаждающую попону можно намочить, надеть на собачку, и ей станет намного легче и прохладнее. Это спасет ее от перегрева. Здесь есть классные приманки на удочку. У меня, кстати, тоже такая есть. Разные колечки с мехом. Если у вашей собачки, например, не очень хорошая мотивация, то ей можно взять вот такую меховую игрушку из натурального меха, и она, скорее всего, будет обязательно в нее играть. Разные вот ухваточки, много разных вариантов. Вот такие вот для перетяжек. Интересные штучки, вот такие штучки на удочку, чтобы собачка бегала за ними. И разные вот веревочки для адресника. Если вы хотите удалить жажду, то можно прийти сюда, что у вас есть. Кофе, мохито, есть лимонадик, холодный кофе. Алкогольный мохито? Нет, конечно же, алкогольный. Угу. Ну и все, чай еще. Молочные коктейли есть? Нет, молочные коктейли нет. Ну ничего, у вас довольно большой ассортимент. Да, будем усовершенствоваться. Здравствуйте, а что мы тут жарим? Все жарим, все, что хотите. Есть шашлык из питбуля? Из питбуля не бывает, но и сосетрина вот и нет. Поняла. Можно купить разные напитки. Если вы зажарились, то можно купить что-нибудь прохладненькое. Пирожки. Что у вас есть? Шашлык, свинина, грудинка, курица. Осетрина, форель, картошечка есть на выбор. Все идет вкусно, с салатиком, с хлебушком, соусом. Выпечка своя домашняя. А вот это? Лимонады. Все, что пожелаете. Здесь не кастрюлю. О, как классное мясо. Вчера еще хрюкала она. Бегала. Если ваш питомец проголодался, то можно купить ему какую-нибудь вкусняшку. Здесь очень большой выбор. Настя, привет. Привет. Расскажи нам, что у тебя есть. У нас в ассортименте сегодня представлены бычьи корни, трахеи, утиные головы, утиные трахеи, семенники. Легкая есть для дрессировки, мелкая, и для ринга мягкая. А можно ли это есть человеку, ну, к пиву, например? Конечно, можно, потому что вся продукция подлежит сертификации в системе «Меркурий». Отлично. One hour later. А еще на нашей площадке есть две уборные. И сейчас я протестирую одну из них. One hour later. Мне очень понравилось. Я пошла.
адаптацию, баланс и психику собаки. Сейчас мы вместе с вами пройдем его вместе с одной из собак. Здравствуйте. Будьте добры, погладьте свою собачку, поднимите переднюю ножку, заднюю ножку, посмотрите на ушки. Ну, первично мы осматриваем отношение к хозяину. То есть хозяин смотрит ножки, лапки, как собака реагирует на это. А потом мы смотрим отношение к постороннему человеку, а потом смотрим к толпе людей. Когда люди активные, тянут руки к собакам, и смотрим ее реакцию. У породы американский питбультерьер агрессии к людям не должно быть в принципе никогда и никаким обстоятельством, если она не поставлена на защитный раздел. А следующий этап, мы когда проходим вовнутрь, мы осматриваем отношение к звукам. То есть у нас получается отношение одиночный звук, накопительный звук, звук с объемом. Одиночный звук – это когда мы бьем один раз, и больше у нас ничего не происходит. Накопительный звук – это когда у нас происходит несколько ударов, то есть раз, два, три, четыре, пять, смотрим реакцию собаки. И дальше звук с объемом – это когда звук происходит зонтиком, и звук происходит, когда мы пакет. Бывает по-разному. Бывает у собак реакция на одиночный звук, бывает на накопительный, а бывает все вместе. То есть мы отсматриваем вот это. У собак породы американский питбультерьер, в принципе, наверное, у всех собак никакой реакции, только то, что мы видим. Собака прекрасно реагирует и получаем хороший результат. А следующий этап у нас идет пищевая мотивация. Мы предлагаем собаке разные виды еды, и если у собаки хорошая пищевая мотивация, то она ест, допустим, любой лакомство, предложенное. Будь то сосиска, будь то корм, будь то печенька. А следующий этап, когда мы проходили опять помещение, это такой самый сложный этап, появление живого предмета, типа и появление людей в необычных костюмах, с необычным поведением и необычно выходит, когда они неожиданно. Мы смотрели, также собаки не должны реагировать агрессивно. Они могут быть любопытны, они могут сначала напугаться, но они должны проявить адаптивный интерес. Нормально, хорошо. Дорогие друзья, сегодня мы приняли бригаду. Хорошо. После получилась большая нагрузка там, если собака играет хорошо, значит у нее прекрасный баланс. Хорошо, супер, все отлично, спасибо большое. Да? Все, спасибо. Пойдем. Хорошо. Значит, по итогам теста вот данная собака получает практически все единицы, то есть это самая высокая оценка. Она получает только 2 балла за зеленый костюм, который мы видели, что собака начала его пытаться, поймать как игрушку, да? Поэтому у нас получается первая степень, собака это сдала, прекрасная собака. Это временный сертификат. Чтобы получить постоянный сертификат, она должна пройти 3 раза тест. И тогда по итогам собака получает постоянный сертификат. И, в принципе, это довольно большая гарантия, что у собаки нормальная нервная система. А еще у нас классная музыка, и под нее можно танцевать. Lasciosi, morirò, lasciosi, te
шукати нарогна. Ех ці норі бомба, ех ці норі бомба, бомба. Ех ці норі бомба, кама була ромня дема. Як цалалі бомба, як цалалі бомба, бомба. Як цалалі бомба, шіла і цілі бомба. Ехла ці дава, e chi la piccia fa tante altre dita che romenghe dai pura rogna che lascio sì morirò mi lascio sì dai a sente la gioca a me una sciocazzina rossa alza la ribomba alza la ribomba. Сейчас будет розыгрыш призов от наших спонсоров. От нашего спонсора, кормового спонсора Best Factory of Taste. Представляем вашему вниманию новый корм «Холистик для собак». Следующий лот – лакомство для животных «Snack Labs». Следующий лот – от нашего постоянного спонсора «Drive Dog». Официальный дистрибьютор «Icepeak Pet», «Ruka Pets», «Drive Dog», «Chuckit», «JW» и другие. От нашего спонсора – игрушки и амуниция «Очумелые лапки». Лакомство для собак «Кнопы и Ко». Следующий лот от нашего спонсора – мастерской «Петмод». Амуниция для собак «Predator Team». Москва «Фитнес Хендлинг Бассейн». От нашего спонсора «Best for Friend». Мастерская радости для собак. Мастерская чая «Белый лес». «Зоо Озон». Озонотерапия для животных. От спонсора «Тедди Бой». Молодой бренд уличной одежды для собак в стиле британских модников. Пилот от нашего спонсора бренда «Feel Good». Функциональные добавки для поддержания здорового и активного образа жизни животных. От нашего спонсора «Зоо Силен». И наш спонсор «Дрессбул». Дрессировка, бультерьер, питбуль и прочее. От нашего спонсора ветеринарная клиника «Свой доктор». Филиал «Черемушки». Уже многим известный бренд «Карельская ферма». Лежанки «Пэтбэт» со сменными чехлами. Автокресла и автогамаки для самых лучших собак. Лакомство для собак «Волф Фуд». Лакомство для собак «Лохматый дожор». Щелот от нашего спонсора и информационного партнера «Булли Мэгазин». А спонсор шоу торговой марки «Брейв Хаунд». Наш последний лот от нашего спонсора – украшение с животными «Diamond Animal». Серебряная подвеска, позолоченная, с изображением стойки питбультерьера. Брейфайтер. Как ты думаешь, почему собаки нюхают друг другу попы? Паспорт проверяют. Пахнет вкусно. Какая прописка? Московская или
подмосковный у тебя, Херусь. Да. Желаем вам удачи. Спасибо. Как вас зовут? Лена. Как зовут твою собаку? Грэмми. А уши купированы зачем? Чтобы ее больше боялись? Нет, просто отпустили. Дерется? Бывает иногда. Хочет подраться. Я хочу ее погладить. Это сложно. Она все гладит сама. Пока-пока. Сегодня очень жарко, поэтому я охлаждаюсь в собачьей попоне. Как тебя зовут? Юлия. Ты руководитель питомника? Да. Pet Kennel. Откуда ты? Воронеж. Сколько сегодня собак из твоего питомника на выставке? Упс. Много. Очень много, да? Да, нас очень много. Почти во всех... Это радует. Да. Как долго ты занимаешься разведением питбулей? Первого питбуля завела в 16 лет, а первому помету официальному у нас 10 лет уже. Скажи, сколько у тебя стоят щенки? По-разному. Если твои собаки победят, сколько накинешь к цене? Соточка. Что ты можешь пожелать участникам этой выставки? Естественно, победы, но а кто не победил, мне чаются. Нам есть к чему стремиться, куда стремиться, и как ни крути, наша собака лучше. Согласна. Удачи. Спасибо. Как тебя зовут? Диана. Откуда ты приехала? С Архангельской области. Ты первый раз на Золотом кубке? Да. Как зовут твою собаку? Рера. Я слышала, что вы уже что-то выиграли. Да. Ребята выиграли класс щенков. Поздравляем Реру из питомника Юг-Пит. Хотим здесь интервью. Кого можно? Нас можно? Давайте. Можно. Да. Как вас зовут? Наталья. Откуда вы приехали? Москва. А, вы не приехали? Нет, первый раз на Золотом кубке? Да, первый раз. Мы только доросли до него, были маленькие. Как зовут вашу собаку? Это вот Джерард, топ-победитель Конан. С каких они питомников? BSP. Black Sheep Pitbulls. Наша заводчик. А, она убегает. Поздравляем с победой. Спасибо. Молодцы. Большое. Спасибо, ребят. Это очень круто. Эмоции просто море. Это здорово. Обязательно будем постоянными участниками. Отлично. Спасибо. Как вас зовут? Ирина. Я слышала, что вы руководитель питомника. Да. Как он называется? BSP. Black Sheep Pitbulls. Сколько лет вы уже занимаетесь питбулями? Более 8 лет. Да. А много ли ваших собак сегодня на выставке? К сожалению, хотелось бы больше, но кто нас представляет, я очень довольна моими собаками, результатами и хозяевами. Отлично. Желаем вам побед. Спасибо. Привет, как тебя зовут? Лена. Откуда ты приехала? Мы из Пушкина. Ой, а вот где я? Да. Как зовут твою собаку? Сикарио Бирнес. Ого, ничего себе имя. Можно ли ее погладить? Можно. Привет. Привет. Здорово. Какие впечатления об этой выставке? Самые положительные. Приедете еще? Обязательно. Отлично. Желаем вам побед. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А что у вас за такой хорошенький питбуль? У нас это чип. Армянский питбуль это. Армянский питбуль. Давайте, давайте. В каком он выставляется классе? Он уже в 2014 году все свои награды выиграл. А, это питбуль-победитель? Да, сейчас ему уже 11 лет будет в июле. Большой. Поэтому мы уже на заслуженном отдыхе. Какой хорошенький. Все, выключайте балалайку. Здравствуйте, как вас зовут? Олеся Буренович. Нет, я вы руководитель какого питбуля? Спарта с Беларуси. А, не знала. То есть вы приехали из Беларуси? Да, мы приехали из Беларуси. Классно. Сколько у вас собак? У нас 4 собаки из нашего питомника. Представляем. Вот одна из них. Собака сейчас будет в классе промежуточной. Здорово, вы прям большой компании. Мы желаем вам побед. Молодцы. Спасибо вам большое. Спасибо. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Ефименко Екатерина. Я руководитель питомника Great Star из Санкт-Петербурга. Сколько ваших собак сегодня на выставке? Около 20. Кто-нибудь уже что-нибудь выиграл? Да. Да, у нас выиграли вторые, третьи места. Есть собаки, которые победили. Заняли первое место в юниорах. У нас собачки выиграли. У нас выиграли собачки в открытом классе. Победители вручили. Здорово, поздравляем. Спасибо. Вас. Как вам вообще выставка? Замечательно. Мы уже посещаем эту выставку не первый год. Я считаю, что эта выставка даст только того, чтобы собрать всех в России. Потому что есть что показать, есть на кого посмотреть. Поздравляем, вы выиграли достойно.
зоне конкуренции. Да, это да, это правда. Спасибо большое. Спасибо вам. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Марина Тимофеева. Вы руководитель питомника? Brave Fighter. А сколько сегодня ваших собак на выставке? Честно говоря, я не могу сказать точно, я не считала. Ну, наверное, по собаке в классе есть. Сколько лет вы занимаетесь разведением? В прошлом году было 20-21 год. Какие приоритеты вы ставите в своем питомнике? Мы стремимся получать стабильное, здоровое социальное поголовье. Спасибо. Хорошего дня. Пожалуйста. Так, как вас зовут? Александра. Вы кто? Хендлер. А вы не боитесь работать с такими собаками? Не боитесь, что они вас кусают? Нет, спасибо. Я их не целуюсь, вот так. Не боюсь. А им не больно, что вы их так душите на удавке? Я их не душу. Я с ними всегда очень нежно. Это как раз специально, чтобы собаку не душить. Стоп. Понятно. Логично. Нет, на самом деле, просто ринговка, с ней надо правильно обращаться. Но на самом деле она одета в таком месте, на котором не душит собаку. Вот если она будет ниже, тогда она ее задушит. Стоп. Хорошо, спасибо за интервью. Здесь вы это вырежете. Нет. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Софья. Меня зовут Маша. Я хендлер вот этой вот собачки и других тоже. То есть, иногда ваша. А с какими еще породами ты работаешь? Ни с какими. Я люблю питов. Питы. Только питбули. С питбули. Люблю питбули. А как, одни питбули. Ну, как ты с ними вообще работаешь? Ты не боишься, что они тебя покусают? Я беру в работу только щенков, чтобы я видела, как собачка растет, что у нее в голове, как ее воспитывают и все вот это, чтобы я могла контролировать этот процесс. Поэтому, когда я знаю собаку, когда я в ней уверена, когда эта собака хорошего разведения, у меня к ней страх нет. А вот эти веревочки, на которых вы выходите в ринг, ну, собакам не больно, они не душатся? Нет, смотрите, у меня есть с собой такая веревочка, называется это ринговка. Обычно она подбирается под цвет собачки, надевается примерно. Извините, собачка вот таким вот образом четко фиксируется, извините, четко фиксируется головой, и собачке не больно. Вот она стоит. Теперь все понятно, спасибо. И вам спасибо большое. Хорошего дня. И вам. Как вас зовут? Иван Игоревич. Как зовут вашу собаку? Ген. Из какого вы питомника? Мы из питомника Юпген. Первый раз на Золотом кубке? Да, конечно. А я вот уже не первый, я тут пообщалась с участниками выставки и теперь немного знаю про дрессировку. Я сейчас вам расскажу. Чтобы показать собаке, кто главный в доме, ее нужно укусить за ухо и порычать. Вы так делали? Вы, наверное, с моей биографией плохо знакомы, с таким вопросом задаете. То есть вы так не делали? Нет, конечно. Ну, если что, обращайтесь, я вам помогу. Давай. Как давно вы занимаетесь животными, с какими вообще? Дрессировкой я занимаюсь примерно больше 40 лет. И больше 50, извиняюсь, конечно. Вот. А животными я занимаюсь примерно с этого возраста, да. Вот лет 7, наверное, 8. А какие вообще животные? Какие животные что? Вас увлекают. Я люблю собак, а вообще самые разные животные. Меня увлекают. Спасибо. Не за что. Поздравляю вас с отличным выступлением. И ты его надо поздравить. Поздравляю Гена. Он старался. Отец. Отец. Thank you.
Марина, я организатор сегодняшнего шоу. Вы можете рассказать о сегодняшнем мероприятии? Да, конечно, что вы хотите узнать. Из каких городов приезжают, сколько участников? В сегодняшнем мероприятии заявлено 137 участников из разных городов. Ну, мы не берем Москву область, Ленобласть. Самый дальний участник, вернее, самое дальнее расстояние, которое преодолел участник, это больше 3000 километров, это Новосибирск. Каждый год у нас география разная, но так, чтобы только из Москвы, практически никогда нет. Расскажите, как все начиналось, как прошла первая выставка и когда она была? На самом деле, первая выставка «Золотой кубок» прошла в 2009 году. Изначально она была задумана как блок народных выставок для собак бультипа. То есть там питбули, стаффорды, бультерьеры. Но, как показала практика, собакам, которые имеют регистрацию в ФЦИ, неинтересны альтернативные организации, поэтому мы набирали просто буквально по крохам всех собак, кроме питбулей. И в 2011 году пришло время пересмотреть формат. Выставка была реорганизована в монопородку питбультерьеров. Я пригласила первый раз эксперта из-за границы. В 2011 году у нас прошла первая, не выставка даже, это был племенной смотр моего питомника, в который допускались мои выпускники и дети моих собак от вязок сторонних питомников. И, собственно, сегодня мы имеем 10-ю юбилейную выставку, монопородную выставку питбули «Золотой кубок». А какие еще эксперты приезжали на предыдущую выставку? К нам приезжают эксперты из за границы преимущественно. У нас было несколько судей из России, породники, руководители питомников, опытные эксперты. А из Европы у нас было несколько человек. Это руководитель питомника Genetic Рады Криштов. Это, собственно, пионер. Тот человек, благодаря которому все это и развелось, потому что он был первым экспертом приглашенным. Далее к нам приезжал президент АДБА Италия Луиджи Бетци, президент АДБА Испания Луиджи Мальоне и, собственно, такой корифей питспорта, как Том Гарнер. Я думаю, что это до сегодняшнего дня это была крупнейшая выставка, наверное, самая посещаемая. С какими сложностями вы сталкивались и как вы решали? Самая главная сложность в организации – это отсутствие опыта. Опыт нарабатывается временем. Вторая большая сложность – это отсутствие людей. Люди приходят с опытом. Вот. Меня окружает очень крутая команда, которая мне помогает в организации мероприятий. И, конечно, если бы не они, ничего бы не получалось, потому что невозможно быть везде и сразу. Расскажи, кто в вашей команде? Конечно, это я. На самом деле, больше всего и самый главный для меня человек – это мой супруг, который меня поддерживает, помогает мне во всем. У нас есть команда секретарей, которые работают с нами. Самой первой выставки – это Тамара, которая работает в ринге, пишет за экспертом. Это девочка Марина и Смута, Ирина, которая работает на регистрации. И на самом деле очень много людей, которые помогают хоть по чуть-чуть, по мелочи, но каждая мелочь – это огромный вклад в общее дело. Спасибо. Как вас зовут и откуда вы приехали? Его зовут Владан Каркевич. Он приехал из Черногории. Как давно вы занимаетесь питбулями и какие у них достижения? Он в июне месяце, 35 лет назад, начал заниматься питбулями. Какие у вас впечатления от организации этой выставки? Он судил в Москве 6 лет назад. Также была отличная организация. Были красивые и достойные собаки. Он хочет отметить, что спустя 6 лет качество экстерьер собак значительно вырос. Очень интересно ему было смотреть, судить, и организация на высоте. Какие впечатления о России и о русских? Он говорит, что Россия – это, наверное, последний оплот православия. А Россия, наверное, единственная страна, которая в мире на сегодняшний день хранит и сохранит православную веру. Спасибо. Участники и гости, мы закончили сегодняшний прекрасный день. Спасибо вам большое. Поблагодарите нашего эксперта. Ждем вас.
спасибо. Сегодняшний день закончен. Всем спасибо. Ждем вас завтра на наших 5-х юбилейных соревнованиях Jump and Gym Fest. Пока. Пока. Доброе утро! Приветствуем вас на втором дне нашего питбуль-шоу. И сегодня у нас проходит 5-е юбилейное соревнование по питстап-многоборью Jump and Gym Fest. Сегодня у нас много участников из разных городов. Сегодня у нас огромный призовой фонд. Вас ждет много подарков и сюрпризов. Оставайтесь с нами. А София сейчас расскажет вам все поподробнее. На сегодняшнем мероприятии огромный призовой фонд. Здесь уже не все, потому что многое уже подарили. Здесь и лакомство для собак, и корма для собак, и поводки, игрушки разные, еще очень много всяких штуковин, сумка с питбулем, удавки, мочалка, ошейники очень красивые, всякие подкормки, коллаген, вот такая вешалка для поводков с питбулем тоже, пакетики под вешалки с питбулями, сертификаты на фитнес, на одежду для собак, на различные штучки, дрючки для собак. Даже есть подарочный сертификат на получение одной услуги в ветеринарной клинике. Игрушки еще, масло лососевое, чашки Jump and Gym. Чашечки, вот такие, какие-то секретные конверты, может быть, там денежки, медальки, конечно, всем, вот такие красивые медальки, а вот здесь большие есть медальки для самых отличившихся спортсменов, розетки, тоже шикарные, посмотрите, какая красота, кому-то достанется эта красивая розетка, кубки тоже. И еще много-много-много всего, много различных лакомств. Вот тоже большие тут ухватки. Вот большие пакеты со всякими вкусняшками. Тут тоже вкусняшки. А это я не знаю что. Огромный лежак. Кому-то достанется гигантский лежак. Я даже могу сама на него лечь и помещусь там. И какой-то подарочный бокс тоже для кого-то из победителей. В общем, огромное количество разных подарков. Озоновое масло для собак. Много всего. И кому-то достанутся все эти классные призы. А здесь проходят замеры собак, чтобы определить, в какой они категории. Вот сейчас замеряют вес собачки и ростомером измеряют ее рост. Стоять, прямо стоять. Посмотри. Ну да, вот сюда, да, давай. Ну, мне чтобы было видно. Так, мы снимать. Если у меня вот эти вот рейсы. Города, спонсоры. Сегодня у нас проходит 5-е юбилейное соревнование Jump and Gym Fest. Соревнования по табелю насчитывают 77 участников.
Участники, как правило, это ближайшие области, то есть Москва, Московская область, Тверская область, Рязанская область, Калужская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург. Также есть участники из более дальних регионов, есть участники из Тюмени, из Перми. У нас достаточно обширный спонсорский призовой фонд. Среди спонсоров изготовители различной амуниции для животных, снаряжение, ошейники, шлейки, ухватки, плюс куча сушеных лакомств, кормовые спонсоры, даже озоновое масло для животных и их владельцев. Плюс всякие авторские штучки там, из серии специальные подвески для хранения поводков. В общем, все красиво, максимально круто и очень богато. Расскажите про первые соревнования. Как вы начинали и сколько было участников? Если прийти к многоборью, то первые соревнования у нас прошли в 2019 году, в феврале месяце. Это был наш первый тренировочная база, закрытый зал. Мы организовали соревнования для наших спортсменов. Там было порядка 20 участников, наверное, сейчас уже точно не припомню. И уже после пандемии, я думаю, мы начали организовывать полноценные уличные соревнования. К тому моменту, к сожалению, завершили свой многолетний труд ребята Марина и Сергей Григорьевы, на которых мы равняемся. Они проводили ежегодное соревнование «Осенний марафон» и «Битва героев». И вот в связи с, скажем так, освободившейся нишей, которая была востребована, мы решили, что хотим попробовать. И, собственно, где-то с 21-го года, я так думаю, начали проводить регулярные соревнования. Сначала это было раз в год, и сейчас уже это пришло к тому, что мы проводим соревнования каждые 3 месяца. С какими сложностями вы сталкивались и как их решали? Самая главная сложность, опять же, мне кажется, это отсутствие опыта. Ну, благо, у нас есть хорошие учителя, главное из которых время. Вот, поэтому все проблемы, на самом деле, не могу сказать, что что-то было слишком сложно, потому что у нас есть достаточное количество хороших людей рядом, которые всегда готовы на помощь, оказать взаимовыру, выручку, поддержку, посоветовать, там, прикрыть спину. И в связи с этим все проблемы достаточно легко решаются. Кто в вашей команде? Главный костяк нашей команды – это, конечно же, на данный момент мы, я с мужем Александром, наши помощники, скажем так, близкие соратники – это Артем Радкевич и Настя Колчина. На соревнованиях всегда с нами работают Марина Фирсова, уже порядка 10 лет на всех наших мероприятиях, и Ирина Головачева. Также нам очень сильно помогают девчонки из Коломенского центра Тори, Аня Рубина, Алина и Карина Карандашовы. Последние несколько лет, когда мы начали соревнования, нам на крупных соревнованиях очень сильно помогает Макс из бывшей питерской команды Bull Games. Очень помогает с организацией, с работой на страховке. Плюс наши ребята, друзья, которые также помогают статистами на поле. Спасибо. Спасибо. Сейчас мы поговорим с еще одним членом Jump & Gym, с Александром. Привет. Привет. Всем привет. Расскажи, что ты делаешь там. Я тренер. Тренирую собак. Собак много. Сколько собак у тебя тренируется? Ну, в районе 70. И постоянно розируются. Как давно ты тренируешь собак? С 18 года. Плотненько. Принимал ли ты раньше участие в подобных мероприятиях? Раньше 18 года, еще 16 год. Конечно. Очень мне заинтересовался, да, и занялся сам. Какие у тебя впечатления об организации? Ну, поскольку мы организуем, прекрасное впечатление. Вот. Людям нравится всегда. Из года в год повышаем качество услуг. Результаты растут у всех. Мы тренируем. У нас больше собак. В Питере больше собак. В других городах приезжают. Пермь, Тюмень, вся Россия, Тверь, Луга. Ну, Питер, естественно, всегда много. Спасибо. Ребята, Марина мне рассказала, что вы входите в состав команды Jump & Gym. Расскажите немножко о себе, чем вы занимаетесь, как вас зовут? Меня зовут Анастасия, я занимаюсь витпулингом, я тренер по витпулингу в зале. И также помогаю в организации соревнований, я ищу спонсоров. Меня Артем зовут, я занимаюсь Jump & Gym, по-моему, всем, от
помощи в организации, работы на площадке, поиском помещений и так далее, так далее, так далее. В общем, всем по чуть-чуть помогаю максимально Марине и Саше. Какие у вас собаки? У меня Кракен, я думаю, его многие знают. Он выступает в категории S, один из самых маленьких, 45 сантиметров полки. У меня Рейси, я думаю, что ее тоже, в принципе, все знают. Это единственная, да, глухая собака, которая прыгает, да, в многоборье, наверное. Поэтому вот Рейси, Brave Fighters. Давно вы занимаетесь этим спортом? Рейкер занимается, наверное, с 10 месяцев. Мы еще были в прошлом зале, который был Jumping Gym. И по сей день. Мы только второй год занимаемся спортом. Понятно, спасибо за интервью. Пожалуйста, подходите еще. Настя, ты из команды Jump and Gym. Расскажи, чем ты там занимаешься? Мы с Хирусей выступаем, тренируемся там. Плюс еще веду администрирование зала. А, Хируся – это твоя собака? Да, Хиросима. Расскажи, сколько у тебя собак? Двое. Старший Велес и младшая Хируся. Сколько собак занимается многоборьем? Легкой атлетикой только Хируся. Велес занимается витпулингом. С переменным успехом, правда. Но мы стараемся. Какой она категории и какие у нее лучшие тренировочные результаты? Хируська в категории М. Лучшая стена у нее 3,8. Лучший лонг 4,9, по-моему, был. По-моему, 4,9. Лучший БО 2,15. Лучший барьер 135. Да, по-моему, 135. Ничего. Один раз в жизни было, и все. Если она сегодня выиграет, как ты ее наградишь? Ну, не знаю, можно вкусняшку дать? Одну маленькую. А может быть, целую курицу. А как ты думаешь, она бы хотела сегодня прыгать на жаре или лежать дома на диване? Прыгать на жаре. Лучше, конечно, прыгать в теньке, но если жара, то будем на жаре. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Марина рассказала, что вы из команды Jump and Gym. И расскажите немножко о себе, представьтесь. Меня зовут Аня, я из Коломны. Я член команды Компенсатория Коломенской и также член команды Jump and Gym. Приезжаю на каждое мероприятие. Как это назвать? Забыла. Комментаторской деятельностью. Вот, сейчас, например, у нас идет прямой эфир, где народ пишет комментарии, их читаю. И, соответственно, комментирую, что происходит. Вот у нас барьер собака отпрыгала, да, мы сейчас раз, и вот так вот, оп, и перевернем на хай-джамп. Ну, помимо этого, ездим на все мероприятия, которые проводит Jump and Gym. Это не только кубки, это еще и внутриклубные соревнования. Далее соревнования, которые Jump and Gym Fest коротенькие. Ой, эти самые спринт. Это у нас сейчас фест получается. Ну и, собственно, не пропускаем, потому что очень нравится, очень классно. И выставляем соревнования своих собак. Где твоя вещь? Давай! Как зовут твою собаку? Мою собаку зовут Печенька. Полное имя Brave Fighters Unchain My Heart. Он сегодня участвует? Да, он сегодня участвует. Он будет прыгать в конце, поскольку я не могу отходить, поэтому придется вот так вот. Как давно он тренируется? Тренироваться, скажем так, он начал нормально, более-менее. Весны, наверное, этого года. Соревнований Jumping Gym. То есть, если посмотреть в табель, да, категории M, то прошлые разы, результаты очень маленькие, и я надеюсь, что он покажет уже ближе к тренировочным. Тренировочный уже гораздо выше, чем прошлый год. Какие у него лучшие тренировочные результаты во всех снарядах? Стена 3,8. Я не уверена, что он сегодня это покажет. Смотри! Лонг на улице. И, кстати, смотри туда, тоже брал я. Смотри, что там. Давай. И хайджамп 2.15. Отличные. Тогда желаем вам удачи. Спасибо большое. Небольшое интервью.
Ваш... Добрый день. Сейчас, секундочку. Как вас зовут? Михаил Манухин. Чем вы здесь занимаетесь? Я фотограф репортажный, профессиональный. Очень люблю эту дисциплину. Мне нравится снимать ее. Уже не первый год. А сколько уже лет вы это снимаете? Мне кажется, 3. Ну, боюсь наврать, но мне кажется, 3 года я уже снимаю чемпионаты по фитстартам году. Еще мероприятия собачьи в основном? Курсинг, рейсинг, это борзы, это мой основной профиль. Но иногда могу и какую-то кусачку поснимать, еще какую-то движуху. Но в основном, на самом деле, курсинг и рейсинг настолько часто проходят, что достаточно только их, чтобы быть загруженным работой. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. За интервью. До свидания. Счету вторые соревнования получаются такие большие на выезде. А как давно занимается вы вторая? Буквально, наверное, месяц назад. Будет ровно год, через месяц. Мы, получается, год назад пришли в клуб. Какие у нее лучшие тренировочные результаты? Слушайте, наверное, стена 2,4, но это в зале, она зальная собака, она больше по резине прыгает, чем это для нее такая необычная история. Наверное, длина 3,7, сейчас мы по новой методике прыгаем, при новой методике 3,4. И барьер 90, без опорной, 1,60 м. Ой, ну вообще очень хорошо. С учетом того, что да, на 38,3. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Как вас зовут? Елена. А как зовут вашу собаку? Алекс. Какой она категории и какой она породы? Категория охотничьи терьеры. Порода Баттердейл терьер. Охотничья. Вы же уже выступили. Какие у вас результаты? У Алекса первое место и еще лучшие категории, по-моему, 3. Поздравляю! А какая у него там длина, высота прыжков? О, так, лонг 4,3, стена 2,8, безопорная 1,55 и барьер, блин, не помню барьер, 75, по-моему. Круто! Скромно. Молодец, поздравляем его с первым местом. А как давно вы занимаетесь спортом? Вот уже третий год. Вы уже профессиональный спортсмен. Еще нет. Да. Спасибо за интервью. Спасибо. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Настя. Сколько у тебя собак? 8. А сколько сегодня выступает твоих собак? Лично? 3. Как называется твоя команда? Добрый. Сколько у вас сегодня? Ты же тоже проводишь соревнования? Тоже. Какие соревнования самые лучшие? Все соревнования самые лучшие. Потому что соревнования – это праздник. Если твоя собака выберет, как ты ее наградишь? Она поедет домой. Как ты думаешь, твоя собака хотела?
хотела бы прыгать сейчас на жаре или дома лежать на диване? Прыгать на жаре. Спасибо. Удачи. Спасибо. Здравствуйте, как вас зовут? Да, Виталий, да, собачка Джесса у нас. Да, это первый сезон. Каких они категорий? Джесс категории М, а Тасик самый маленький в Икс-Эске. Тасик будет приерчик, мини-боль, а Джесс Пит. А сколько лет вы уже тренируетесь? Тайсон большую часть времени тренируется на диване, иногда приходит прыгать. А Джесс начала почти 4 года назад, вот без нескольких миссов будет 4 года, и мы тренируемся все эти 4 года без перерыва. Паузы максимум там неделя, полторы, это то, что было максимально. Профессиональный спортсмен. 4 года почти не бросаю, да. Ага, расскажите, какие у нее лучшие тренировочные результаты? Давайте по порядку. Длина, с чего мы сегодня начинали, на сегодня прыгнули на соревнованиях 6,2, лучше у нее 6,5 был. О, да, 6,6 прыгали. Стена у нас сегодня вышла 3,8, лучшая стена у нас на тренировке была 4,20. О, ничего себе. Но 4 плюс-минус стабильно может брать. На соревнованиях была 4 метра, да, стена. Лучший результат. Безопорник лучший результат 225 на соревнованиях и 230 на тренировке. Что у нас осталось-то? Барьер 160. 5 на тренировке, на соревнованиях 150. И что осталось у нас? Что у нас осталось? Ничего. Все. Да. Барьер, да, все прошли, да, все отпрыгали. Все вроде. Если она сегодня выиграет, что вы ей подарите? Ой, она мороженое по стандарту всегда ест. Мороженку после соревок. Всегда мороженка. Как вы думаете, что бы она больше хотела? Прыгать сейчас на жаре или дома лежать на диване? Ну, прыгать на жаре. А Тайсон на диване лежать. Понятно, спасибо. Да, пожалуйста, и вам спасибо. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Алексей, это Кали, это дочь Авентадора и Кары. Вот такая девочка, нам год и 3. А в какой вы категории? Категория М. А вы уже участвовали раньше? Нет, у нас вторые соревнования. Вот здесь мы первый раз готовимся. Какие у нее лучшие тренировочные результаты? Безопорник 2.35, лонг 4.50, да, стена 3.6. О, здорово. Ну, вы молодцы, желаем вам удачи. Респект всем мир. Здравствуйте. Расскажите немного о себе и о своей команде. Добрый день, меня зовут Наталья, я тренер команды Dog Energy. У нас, а сейчас я даже не помню, сколько у нас сегодня собак представлено, наверное, может быть, 13. О, точно. Ничего себе! Да, огромный в разных категориях. А все одной породы? Нет, есть бультерьеры, питы. Прайтер. А, не помню, вы говорили, откуда вы приехали? Санкт-Петербург. А человек во сколько, если так много собак? Ну, умножите все на 2. 26. Вы же тоже проводите соревнования? Конечно. А какие соревнования самые лучшие? В плане чего? Ну, в общем. Ну, это очень сложно сказать. Разная организация, разные площадки. Мы пока проводили соревнования только на крытой площадке, в зале. Здесь другое, покрытие. Ну, если не считать жары, то вообще очень отлично. И для собак, конечно. Все нравится сегодня? Конечно. Нет, солнце. Солнце – это сегодня минус. Да, это да. А как вообще давно вы тренируете собак? Да. Что только не происходит. 4 года. О, давай, подходи ко мне. Спасибо. Пожалуйста. Привет, как тебя зовут? Анна Чертай. А есть ли у тебя собаки? У меня 2 собаки. Малинуа и Бегун. Откуда ты приехала? Из Белгорода. Спасибо, но мы знаем. И ты уже здесь 2 дня? Да, я здесь 2 дня. Ты его будешь ночевала в машине. Первый день выставка, второй день соревнования. Ой, ничего себе приключения. Давно ли ты занимаешься спортом со своими собаками и какими? Первая собака у меня это Гусь, с ней мы изначально планировали заниматься многоборьем, но как-то не пошло, потому что живу далеко, тренировок у нас нет, вот приезжаем только второй раз. И со второй собакой я занимаюсь послушанием и GP, и вот сейчас попробовали многоборье. Спасибо. Здравствуйте, расскажите о себе и о своей команде. Здравствуйте, меня зовут Лора Садникова, я руководитель подготовки флажка «Канин». Соответственно, дистанция собака, мы занимаемся в первую очередь собаками, которые участвуют в спорте, спортивно дисциплина кинологического спорта. В первую очередь наши собаки работают в дисциплине послушания, когда я обиделась. Также мы занимаемся активным приставным поборьем, аджилити, фрисби, фрисби фристайл, танцы с собаками. Основная
наша миссия и задача показать то, что ты был максимально универсальная собака и можешь достигать всех тех успехов спорта, что и другие поры. На данный момент в нашем питомнике более 40 собак. Мы привезли собак из Бразилии и США, из ближайших питомников, которые занимаются спортивными дисциплинами. Мы активные участники программы банков крови, то есть наши собаки-донеры, мы регулярно сдаем кровь, участвуем в мастер-классах, и наши собаки часто являются подопытными моделями мастер-классов для ветеринарных врачей. Расскажите, сколько вы сегодня привезли собак? Сегодня у нас участвует в нашем питомнике 5 собак, если не ошибаюсь, в количестве. У нас получилось, что у нас 4 суки, да, Destiny, Электро, Экстази, Белка и Эскимо. Вот так это что-то у вас станет? Да, мы сегодня очень радуемся. У нас и у Электро лучший безопорный в категории S, у Белки лучший Лонг и Истина. Здорово, поздравляю вас. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Виктор. А как зовут вашу собаку? Мейсон. В какой категории вы выступаете? Мы в Эльке, мы на нее не выглядим. Это ваши первые соревнования или нет? Нет, это уже седьмые. Седьмые? Вы уже профессионалы, получается? Ну да. А сколько лет вы уже занимаетесь этим спортом? Второй год. Есть ли у вас победы? Да, второе место. 14 января. Здорово, молодцы. Ну, потому что питерцы не приехали, поэтому много. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, расскажите о себе. Здравствуйте. Татьяна, Марат. Сегодня мы выступаем впервые в категории «Эль» с одним из деток, юниоров, да, которые сегодня были на площадке. Занимаемся спортом с 18 года. Что еще? Как его зовут? Домашняя кличка Рамзан. Его мама же тоже выступала раньше? Мама, да, выступала на... 19 год. Она выступала, да, на золотом кубке 19-го под Гарнером. Была лучшей сукой ЛПП. И выступала осенний марафон, я не помню, какой был. Тоже в этом. Нравится ли вам это мероприятие и организация? Организация всегда на высшем уровне, призовой фонд, снаряды, все прекрасно, все великолепно, и с каждым годом все намного лучше и лучше. Обязательно будем всегда посещать эти мероприятия. Спасибо. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина Гурина. Питомник у нас Great Star. Мы вашу команду уже видели вчера, и вот сегодня второй день соревнования. Расскажите, как вам впечатления? Впечатлений, как всегда, много, море. Соревнования, конечно, отличаются от выставки, там свой драйв, свой кайф. Готовы работать. Сколько ваших собак участвует? Сейчас на соревнованиях у нас приехало только 2 собаки, причем мы приехали из Питера, московские никто не подтянулись. Вот. Но малым количеством все равно представляемся. А сколько лет ваш питомник уже вот выступает в многоборье? Где-то примерно уже лет 6 начали работу. Не сразу все подтянулись, потому что это было новшество даже для России. Соревнования в таком формате именно. И что участвуют собаки буль-типа. Поэтому начинали, было интересно, подтягиваются. Сейчас все больше и больше становится почитателей данного вида спорта. Кто-то из ваших собак уже что-нибудь занял? Мы занимали еще пока что не первое место, но мы к этому стремимся. Моя именно собака начала заниматься пару лет назад, но тоже у нас были и выставки, поэтому сначала я сделала акцент на выставке, выставочную карьеру. Сейчас мы ее, в принципе, закрыли весьма успешно. Вот. И можно заняться спортом. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Будем работать. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Наталья. Как зовут вашу собаку? Джерард Бейски. Вон он там где-то прячется. Вы сегодня выступаете в какой категории? Мы уже выступили в категории М, хотя записывались в Эль. И что вы заняли? Пока не знаю. А, ну, еще не было? Да, думаю, что мы хуже выступили, чем обычно прыгаем, поэтому думаю, хорошо, но меньше, чем мы обычно берем.
Вы уже участвовали в подобных мероприятиях? Нет, первый раз. Это для нас такой дебют получился. Как вообще у вас впечатление? Обалденное. Будем следить теперь и сюда приезжать. Надеюсь, в следующий раз еще лучше выступим. Хорошо, желаем вам побед. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А сейчас мы зададим пару вопросов судье сегодняшних соревнований. Как вас зовут и откуда вы приехали? Меня зовут Алексей, я приехал из Москвы. Как вы относитесь к собакам типа? Потрясающие собаки. Я считаю, что люди очень опрометчиво смотрят на них с опаской. На самом деле очень дружелюбные и прекрасные породы собак. Всем очень рекомендую. Принимали ли вы раньше участие в таком мероприятии? Да, в предыдущем году я был тоже судьей на таком соревновании. Только у нас было два норматива – длина и высота. Какие у вас впечатления об организации этого шоу? Я давно знаком с организаторами и считаю, что они большие молодцы и вносят большой вклад для развития этого вида спорта. Спасибо. Да. Сумасшедших дня нашего ежегодного питбуль-шоу. Ждем вас на нашей выставке через год. Пока-пока!